У меня много разных, знаете, дисков с видеозаписями. У меня же камера есть такая, профессиональная, знаете, но она, ну, уже старая, ей уж лет 15, и там, короче, это, стабилизация плохая, все такое, мне муж дарил. Но я снимала на нее очень много разных видео для домашнего просмотра, знаете, раньше же я что-то не доперла, что был YouTube там или еще что-то. А куда вставлять-то? В компьютере уже нету вот этих вот, чтобы диски. Я тут вспомнила, что нам, типа, на машину уже подарили вот такую фигню, а он для дисков. Ну, типа, смотреть мультики там на ди. Ну, знаете, избавились, короче, от всякой херни. И я тут вспомнила, думаю, сейчас я... Можно пересмотреть все эти диски. Вот. О! Куда тут, как тут вставлять-то? Отсюда куда-то. О, видите? Туда вставляется диск, и все, можно смотреть кино, и даже два телевизора тут. А, нет, он, наверное, один присоединяется к другому. А это что такое? Короче, сейчас посмотрю, что там такое у меня есть, что за видео. На улице замечательная погода, мы вышли. Что, дочь, мультики? Сейчас подожди, сниму, чуть-чуть расскажу. Сейчас подожди. Короче, смотрите, иду выбрасывать бутылочки, в общем, там найдены. Она же у меня до года была на смешанном питании. Ну, то есть и сися, и эти как... Сейчас, и смесь. А, сейчас включу. А в год она решила, что она не хочет уже смесь. Хотя я хотела, чтобы она, наоборот, смесь питалась. А сися убрать. Но она решила по-другому. Я вот эти бутылочки туда-сюда, и туда-сюда. Вроде жалко их выбрасывать. А с другой стороны, ну нафиг они мне нужны. Иду вот выбрасывать. Да, сейчас включу. Такая жара на улице сегодня была, 25 градусов. Даже, наверное, больше в тени 25 градусов. Вот. Не трогай ты эти бантики. Это уже ритуал. Кто там едет сзади? Зашли, прошла мимо домой, я сюда больше не буду проходить мимо этого, мимо этого магазина, потому что все, аи, туда надо нам, туда. Купила наклейки, чупа-чупс тоже, два раза лизнет, и все, вот так вот. Так, что-то комментарий там, она то с хлебушком, то им еще с чем. Да, она то с хлебушком, то с чупа-чупсом. То еще что там она? Два раза лизнет сейчас этот чупачок, все. Также и хлебушек. Только в руке держит, и все. А так она не съест, ничего не ест, ничего не это. Он два раза лизнет его. Сейчас я буду долизывать дальше. У меня уже дома, знаете, сколько чупа-чупсов? Ух, до хера и больше. Ну ничего. Наклейки ей купил? Нет, надо ей. Я вот так. Классные, смотрите. Там такие животные, клеить надо. Вот. Нет, ей нужны вот такие. Какие-то. Смотри, динозавры. Ну, хоть это, недорого. Евро всего. И то хорошо. Все, жара на улице. Иду. И мне жарко, я вся потная. Красивые, Надь, да? Какие динозавры. Сейчас приклеить их и все. Купила фарш, муку. Она, знаете, что на завтрак сейчас любит? Оладушки и блинчики. Кашу уже все не ест. С бананом. Сегодня вот тост. Со мной съела тост. Ну, тост. Третью часть от тоста. Вот, вот так вот. На правильном питании. Она часто ест, но очень мало. Буду, купила кефир. Кефир, яйца, муку. Завтра блинчики сделаю с утра. Нам их хватает. Ну вот с пол-литра кефира нам хватает дня на 3 блинчиков. Вот так вот. Пускай кушает. Ну, о чем я и говорила. Как тут толстый не быть?
Надя виновата. Короче, я люблю шоколадное масло. Ну, я тут лежала и думаю, какое масло? А почему бы мне не сделать шоколадное маскарпоне? Короче, я растопила шоколадку, добавила маскарпоне, все перемешала. Сейчас отправлю остужаться и буду на хлеб помазать. И будет у нас утром бутерброды. Кстати, надо попробовать. Как это вкусно! Вот это вот Надина будущая школа. Проходим. В общем, представь, Наде дали домашнее задание на выходные. Там приклеить какую-нибудь еду из страны. Вот. Ну, надо напечатать. Я выбрала пельмени. Нашла картинку, там, ну, все дела. В общем, думаю, сейчас пойду напечатаю. И заодно, говорю, распечатаю фотографии. Шлю на почту. Ну, вот эти вот, где распечатывать-то. Вот хожу, а они закрыты. Ядрит Мадрид. А я так пыжилась, блин. А я так пыжилась. А сейчас я поняла, что у меня нету подгузников. И я иду в Меркадон. Какими-то алкогольными путями. Я, походу, куда-то уже не туда иду. Мне сейчас нужно... Ну, знаете, как умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но это умный. Хотя правильно выхожу. Надя опять сильнее стала кашлять. Никак кашель не проходит. Не знаю. Хотя сейчас все кашляют. Врачи ничего не говорят. Врачи говорят... Пройдет. Но то проходит очень сильнее, не поймешь. Ни сипов, ничего нет. Вот сухой вот это вот. Не знаю. Ладно. Девчонка там дала одно это средство народное, скажем так. Вот пойду сейчас это за этим средством. Ой. Куда я иду? А, все правильно. Сходила, называется, с подгузниками в Меркадону. И к Меркадоне, смотрите, всего за всего. Подгузники 6,05. Бульон рубль 20 у нас стоит. Рубль 76 вот таких вот сока без сахара. Надя иногда два глотка делает. Короче, вот так вот. 2,10 стоит вот такой... Он как бы убивает все микробы, все на свете убивает. В общем, стираю с ним Надины вещи. К порошку добавляется. Так, вот такой кусочек хамона. Здесь 220 грамм. Мне вот понравилось покупать. Во-первых, покупаешь тот кусок, который тебе нравится. Мне нравится такой, чтобы суховатый был. Вот. И он у нас стоит 220 грамм 3,76. Что ты? Что ты, доченька моя? Что еще? Что еще? Диски вот эти стоят. Здрасте, приехали. Рубль 15. Диски вот такие стоят. И 90 копеек липовый чай. А еще зашла в фруктовый магазин, купила мандаринчики, три груши, манго вот такой Наде понравился, прям сушеный манго. Она прям два кусочка съела. И огурчики. А, клубника вот купила. Клубника за 4,45 килограмм. Дешевле даже, чем в магазине. Потому что они 5,48 стоила. Ты юбку сама сняла? Ну ты вообще у меня самая взрослая девочка на свете. Наелась манго, смотрите. Я у подружки пробовала манго. Вернее, Надя пробовала. Она к чаю достала все на свете. И Надя прям так съела. И пришлось вот купила. Вот так. Вот такие вот покупочки. Мы сегодня приехали в Мунекар. Подружка вчера написала приехать кофе попить. Вот. Ну и это. Она там Наде по наследству отдает кое-что. Вот заберем. Встретимся. Поболтаем. Я всегда за. Там, смотрите, горка. Наде сейчас горки неинтересны. Надо, кстати, ей сообщить, что мы приехали. Это туристический город, не как наш, но он меньше, поэтому так они где-то прям вот здесь живут. Пойдемте на набережную.
Потом, смотрите, какой осьминог. Ну, а чё оно-то? Чё оно-то, Надь? У нас тут блинчики пузырчатые. Надя уже, она как увидела, дай-дай-дай ей. Такая масса. Тесто, или как там вот это называется. В общем, рецепт на канале моих супер-пупер блинчиков. Самые вкусные на свете. Наде задали задание. Ну, я вам говорила уже, наверное, какое-нибудь блюдо там у них приклеить. Я потом все прикажу. Я хочу, короче, пельмени слепить. Вычитала в интернете тесто такое для лепки. Ну, для детей, для лепки детей. Расчесалась. Для лепки детей. А туда нужно много соли, 150 грамм соли. А у меня вообще соли нету. Ну, там есть 20 грамм. В общем, пойду сейчас за солью. А так как я всего лишь мне пойти за солью и вернуться, взяла с собой чарли тоже. Вот. Он прям сделался. Взяла все. На улице кого? У нас есть один магазин, который открытый. Поэтому в воскресенье уже в Аслане все закрыто. Ну, есть всякие магазинчики, знаете, как говорят, Дель Баррио. О, Делос Альвидос. Что это там забыл? И вот мы сейчас пойдем. На улице 16 градусов. Я что-то думала, что холоднее. Просто влажность 70%. Но тепло, хорошо. Взять-то я его взяла, но я уже начинаю об этом жалеть, потому что колокола же, это такая страшная вещь. Колокола зазвонили, и все. Он побежал, куда ни попадя. Глаза выпучил и побежал. Испугался. Это же такая страшная штука, колокола на церкви. Я не трус, но я боюсь. Он смелый только, наверное, с Надей. И в машине, когда он закрытый в машине, он смелый. А так? Зашуганный весь. Короче, смотрите. Пельмени я налепила. Ну, Надя налепила, она клеем мазала. Мазала клеем, прилепляла. Я тут вот написала, что это русские пельмени. Мы с ней слепили, сделала массу из соли, из этой муки. Написала, что она сделана из этого. Ну, короче, чтобы, знаете, там дети. И вот так мы завтра понесем в класс. Мне кажется, нормально, да? Сметанки бы еще добавить, но они могут брать, например, завтра. И вот так их там мять руками. Надя мяла, слепила со мной. Вот, мне кажется, это хорошая идея. Как вам, пишите в комментариях. Короче, ну, наступило время, когда я делаю, занимаюсь поделками. Пипец. Как мы это делали, я выложу в Инстаграм. Так что вот так вот. Прикольно же. У нас тут завтрак, не выходя из кухни. Надя уже съела один блинчик. Я прям блинчики так нравятся. Сейчас вот еще один, я думаю, что у нас съест. И два мне. Не тоненькие. Вкусненькие. Да, Надь? Мне вчера подружка мотоцикл подогнала. Надя. Я в багажнике оставила. Сейчас хочу забрать. Ешь только какой. И вот мотоцикл. Чтобы он не мотался. Сейчас мы хотим с девчонками на шопинг поехать. О, гляньте какой. Митсубиси. О, кстати, вот это. Вообще, зачем я это буду оставлять? Нет. О, гляньте, тут ручка есть. Удобно как носить. То у меня и так. Тут это. Коляска.